Здравствуйте, друзья! Телеканал Евроспорт 2 приглашает вас в город Мэдисон. Это столица штата Висконсин, где местная команда Висконсин Бэджерс принимает Мичиган Вулверайнс. Это матч NCAA, американский футбол, конференция Big Ten. И я, Игорь Катманов, рад представить вам Александра Малышева, тренера нападения команды «Черный шторм». В 1998 году он учился в Огайо Стейт, играл на позиции ресивера даже. Добрый вечер. Итак, Александр, ну, давайте проанонсируем этот матч. Чем привлекательна данная встреча? Наверное, здесь в первую очередь победа нужна Висконсину с турнирной точки зрения. Да, с турнирной точки зрения Висконсин занимает 20-е место в рейтинге студенческих команд, и для того, чтобы подняться на уровень выше, ему нужна, конечно же, победа. Потому что это будет ему сулить именно лучшее положение для участия в кубковых матчах. Ну, давайте расскажем, может быть, не все знают, сколько вообще в Америке существует всевозможных боулов, да? Какой из них самый престижный? Ну, я имею в виду, конечно, колледж футбол. Ну, самые престижные кубки считаются, конечно же, это первого посева 4 кубка: Rose Bowl, Cotton Bowl, Fiesta Bowl. Еще один, я вот, к сожалению, сейчас не могу припомнить название, потому что их и Toyota Bowl есть, и разнообразные, как говорится, призовые команды, призовые, как говорится, кубки, которые разнообразные спонсоры представляют, и, соответственно, каждые города и штаты привлекают к себе. И первые команды по посеву, конечно же, попадают вот в эти вот первые 4 кубка, которые ассоциация, будем говорить, колледж NCAA проводит каждый год, и идет ротация между этими кубками, какой из них самый главный. И в этом году это будет Rose Bowl. Итак, Висконсин наносит стартовый удар по мячу. Ну, как вы уже догадались, команда Висконсина в красной форме. Я думаю, легко догадаться, смотря на трибуны вот этого стадиона. Кэмп Рэндалл, более 80 тысяч зрителей он вмещает, а если быть более точным, 80 321 человек, вроде бы так, это 40-й по вместимости стадион в мире. Но самый большой в Пхеньяне, стадион 1 мая, но там в американский футбол не играют, понятное дело. Ну что ж, надо, сейчас Мичиган разыграл комбинацию из положения шотган. Сделали вынос игрока в левую сторону, но защита прочитала его, потому что то, что играет Мичиган, spread offense из шотгана, как бы у них получается не очень хорошо. Ну вот сейчас Форсьер сделал пас. Да, скрин-пас. Да. Скрин-пас до своего раннинбека. Но мне так показалось, что раннинбек немного споткнулся. Скорее всего, он просто не удержался на ногах, потому что собирался уже ускориться. Ну вот, пожалуйста, offensive line, команда Мичиган. Так, опять положение шотган. И Форсьер пытается уйти сам. И не уходит. Да, было, видимо, как говорит, тренер дал установку на quarterback draw, то есть в той позиции, когда quarterback сам бежит вперед. Ну, Висконсин подготовился, видимо, хорошо. Координатор защиты знает, что нужно делать. Ну и знают, наверное, манеру игры Форсьера. Конечно, потому что знают, что этот квотербек очень любит бегать. И, в принципе, из spread offense на данной позиции квотербек является чуть ли не первым, кто должен участвовать в беговых комбинациях. Ну вот Золтан Меско, пантер команды Мичиган, наносит удар. И, пожалуйста... С 28-27 ярдов команда Висконсина сейчас начнет свое нападение. Команда Висконсина играет, как говорится, много multiple offense, то есть она использует и одного бегущего, и двух задних бегущих. Вот сейчас пантер попытался, как говорится, как в игре, в европейском футболе, сымитировать, что его подсекли. Посмотрел на судью, но не видя флага, уже, видимо, поднялся и ушел.
То есть в американском футболе тоже такое иногда встречается. Я это вижу в первый раз. В принципе, это было, конечно, очень некрасиво с его стороны. Хороший какой пас. Да, дефенсив-бэки Мичигана проспали. Прямо в центре поля. Проспали сейчас Исаака Эндерсона. Еще раз смотрим. Поймал мяч, потом вот такую сделал вертушку и затем уже попал под захват. Вот, дали, дали штраф команде Мичигана за то, что набежал ланбекер номер 55 после того, как мяч вышел, набежал на квотербека. А за это наказывается Russian Passer. Первые 10. Но вот опять номер 55. Не захватил сейчас. Да, и... да. Ну что, хороший вынос. Да, очень хорошо пробежал Толзин. Притом не побоялся в конце. Он не просто вышел в аут, а еще и столкнулся с дефенсив-бэком. Для квотербека, конечно же, в колледже это нормально. То есть вы, как Виталий Дубинин, не будете критиковать сегодня бегающих квотербеков? Нет. Я, когда играл в футбол, тоже был бегающим квотербеком, и мне это больше нравилось. Квотербек – такая же фигура нападения, как и любой другой игрок. Особенно в колледже. Да, наверное, вот это как раз-таки верное замечание. Ну, вы, Александр, варились, да, в этой кухне, учились в Огайо Стейт. Вот специфика вообще футбола в колледжах, университетского футбола. И на поле, и на трибунах, какая публика там присутствует. Но это в основном студенты, в отличие от НФЛ. Нет, это нет? Всегда жители города. Это, будем говорить так... Выпускники. Все-таки лица так более молодые, я смотрю. Ну, студенты, конечно же, преобладают. Но не то, что такая преобладает, это кто смог купить билеты или еще кто-то. Потому что на каждую домашнюю игру у нас, когда я был в Огайо Стейт, билеты продавали уже в апреле. И полный пакет обходился, не скажу, что очень дорого, но его можно было купить где-то только до конца мая. После чего билеты... продавались только с рук и у снимателей скальпов на самые такие рейтинговые игры. Вот, кстати, этот стадион Кэмп Рэндалл, он известен, во-первых, ну, тем, что там всегда потрясающая поддержка, а также, вот, давайте сначала за этой комбинацией посмотрим, вот. Потому что... И тачдаун. Да, потому что тачдаун, первый тачдаун в этой встрече мы видим. Тачдаун Висконсина. 89-й номер, Харрис Шелби. Нет, Грэхэм Гарретт, тайдент. Ну, поздравляют, естественно, и Толзьена. Давайте сейчас разберем тогда эту комбинацию. Ну, здесь, в принципе, все просто было сделано. То есть тайдент сыграл восьмерочку, вышел в центр поля, Толзьена дал ему мяч, и уже, используя свою массу, он уже просто продавил дефенсив-бэков. Ну, ждем мы теперь. Да, вот судьи рассматривают эту ситуацию, коснулись ли колено раньше, чем он влетел в зачетную зону. Да, возможно, но сам будем смотреть сейчас вид сбоку. Вид сбоку надо посмотреть, потому что если он уже пересекал линию и колено в этот момент было на земле, могут и засчитать. Да, я думаю, тачдаун. То есть вы уже приняли решение? Я считаю, что тачдаун, да, потому что вот, все, мяч был раньше, потом было колено. Массивный очень тайдент. Ну, 1,90 м, около 115 килограмм. Хорошее. Да. Да, тачдаун. Да, судья оставил решение в силе. Ну что ж, поздравляем поклонников Висконсина. У нас сегодня вот барсуки против росомах играют. Тоже довольно любопытное такое столкновение на поле. Битва в зоопарке. С
Следим сейчас за этим ударом и изменится ли счет. Да, счет, естественно, меняется. 7-0 в пользу Висконсина. Ну что ж, возвращаемся в город Мэдисон. Первая четверть, 11 с небольшим до конца. 7-0 пока выигрывают хозяева. Так вот, продолжу свою мысль про этот стадион. Там болельщики известны своими вульгарными скандированиями. И вот как раз-таки правительство штата с этим всячески борется для того, чтобы это было приемлемым местом для посещения, для семейного просмотра футбола, но не всегда получается. Да, вот сейчас показывают еще раз ситуацию, в которой Тайден занес мяч. Использовали построение. У них было построение Ace, где Тайден вообще не стоял в линии, а был на шаг сзади и как свободный принимающий. Вот Форсиер отдал прекрасный пас. Практически под давлением находился 13-й номер Мэтьюс. Но смог поймать. Вот defensive line. О'Брин, Дэн, Патрик. Это имена. Да. Прочитать. Джевери Макфеден. Тут очень быстро все идет. Тут не показывают, кто из них сеньор. Вот была опшеновая комбинация, в которой Форсьер изобразил, что он уходит налево, тем временем отдавая мяч в раннинбеку, который ушел вправо. Такой крис-кросс ножницы, что должно было свести защиту Висконсина в дисбаланс, не понять, в какую сторону кто из них будет уходить. Очень часто в опшене это используется для того, чтобы защита не понимала, у какого игрока мяч. Вот это вот называется колледжные штучки. В НФЛ они практически не применяются. Единственная команда, которая применяла это раньше, это были Pittsburgh Steelers. Вот прекрасный бег. Да, хороший вынос сейчас был. Практически сыграли то же самое, только в зеркальную сторону. То есть в другую. Тоже та же комбинация, которую они сыграли вправо. Сейчас они ее сыграли влево. И даже, да, влево. Вот он просто не нашел коридора между линейными и ушел в свободное место. Ну а теперь просто... Да, опять Форсиер разгоняет по краям. Ну, Шофилд здесь уже хорошо сыграл. Ну, вот у него за сезон 44 сольных текла и 7, по-моему, захватов квотербека. То есть хороший рейтинг, как бы не то, что рейтинг, а хороший показатель у игрока. Вот шотган. И Форсьер опять использует беговую комбинацию. Практически система нападения Мичигана очень похожа на систему нападения Флориды, но... Лучшей команды, да? Да, лучшей команды на данный момент, но все-таки тут во Флориде Урбан Майер использует всех игроков заднего поля в своих комбинациях, в то время как здесь бегают в основном только Форсьер и его бэки. Ну, может быть, во Флориде просто лучше подбор исполнителей? Каждый университет борется за своих игроков, как бы начиная уже со школ. Когда в бытность мою, когда я был в Огайо Стейт, перед каждой игрой постоянно на игру приглашали игроков со школ, как местных школ, или приглашали вместе с родителями из других штатов, которые рядом, чтобы рекрутировать их в свой университет. И всегда знали счет игры, в которой они играли, потому что школьники играли в пятницу. Всегда играют в пятницу школьники. И всегда знали счет игры, сколько парень пробежал, кого он... Всю статистику знали заранее, да. И вот люди, которые с ними постоянно работали, они постоянно к ним приходили. Ну, это в том, это были девушки, между прочим. Они постоянно им говорили: ты прекрасно сыграл, ты классный парень, что ты думаешь о своем будущем в Огайо Стейт. И я скажу, вот эти вот великовозрастные дети сидели под 1,95 м, пускали слюни. Им, конечно, очень хотелось попасть в такой университет. Вот сейчас мы увидели, как Форсьера захватили.
79 номер. Да, отлично было сыграно. Форсиер ищет принимающих. И вот 62 номер. Кто у нас 62 номер? У нас получается текл нападения. Сам же помог Defensive End'у захватить Форсиера, вытолкнув его на него. Форсиер ищет. Никто не открывается. Вот показал. Есть, ну вот есть прекрасно. 1.10. Да, классно. Доволен Форсьер. Ну, конечно же, поймать кураж стоит. Ну, вот это, наверное, пока один из самых, самый красивый пас, который мы увидели. Вот. Это даже, да, конечно же, он был под давлением. Ну, технически, наверное, очень сложно такую передачу исполнить. В принципе, конечно, если бы Форсьер был бы не праворукий квотербек, а леворукий, ему было бы очень сложно это выполнять с неудобной ноги. Но всегда, когда они тренируются, всегда квотербеков пытаются тренировать так, чтобы он мог бросать из любого положения, как бы ему не было неудобно. Ну, сейчас Винсента Смита захватили. Вот его показатели как раз. Он новичок, фрешман. У него всего один тачдаун на счету. Я смотрю, что у Мичигана очень много новичков. Тот же самый Форсиер. Да. Вот прекрасно. Классно. И тачдаун Мичигана. Тачдаун Мичигана. Вулверайнс. И можно сказать, что счет почти что сравнялся. Я думаю, если пробьют реализацию после тачдауна. А это как раз Смит был, да, про которого мы и говорили. Да, вот теперь у него уже второй тачдаун в карьере, да. За первый год учебы в университете он уже имеет 2 тачдауна. Ну и точен Джейсон Олесновач. И счет ничейный 7-7. Прекрасный пас. И непонятно, конечно же, работа дефенсивной. Eurocup from November the 23rd live on Eurosport 2. Test your football knowledge with our fantasy football game. Sign up for free and show off your managerial ability. Go to eurosport.yahoo.com. Beach soccer's going places. And scores a winner in Dubai. With the world champ title on the line, 16 nations lay on goals and skills in spades. Beach Soccer World Cup from Dubai, starting Monday, live on Eurosport 2. Возвращаемся в Мэдисон, штат Висконсин, начало второй четверти. И как раз таки, давайте самые интересные. Так, это уже у нас начало, да, второй четверти. Да, начало второй четверти. Ну, вспомнили вы, да? Да, Александр, да. Четвертый. Четвертый кубок Sugar Bowl. Конечно же, стыдно забыть такое. Но всего 4, как говорится, кубка, которые имеют право каждый год именоваться первыми, куда попадают первые две команды рейтинга. Sugar Bowl, Cotton Bowl, Rose Bowl и Fiesta Bowl. Ну и... да, это был шавл, пас. Не растерялся Форсиер, нашел своего раннинбека и отдал ему мяч, практически уже захваченный. Вот смотрим. Ну здесь, наверное, еще должное надо отдать и Смиту, да? Ну Смит, конечно же, он был на блоке и ждал, пока... Не то, что ждал, он просто был на блоке. И когда увидел, что Форсиер попал в беду, он развернулся к нему и получил, получается, мяч. Ну что, красивый очень момент. И сейчас... Пытается забить. Гол. Попали, да, сейчас попал, посмотрим, да, попал есть. Лесновадж, и так 10-7 в
впереди Мичиган. Пока что гости выигрывают у нас. Ну что, продолжаем. 10-7. Увидели мы классный момент, когда Тейт Форсьера практически в руки вложил мяч Винсенту Смиту. Увидели мы филдгол. И сейчас, сейчас видим... Да, мощный бег. Мощный бег, беговая комбинация. Просит сменить себя номер 32-й. Джон Клей. Да. Толзин отдает мяч. И вот Клей пошел. Очень мощный раннинбэк. Вот, видимо, что-то с ногой, да. Поэтому сейчас он встал, пока она еще не почувствовал боли. Быстро ушел в аут, посмотреть, чтобы врачи посмотрели, что с ним. Так, 4-3 построение Мичигана. Так. Вот, пошел мощный вынос. Прекрасно, прекрасно. Да, было два блокировщика, были на левой стороне. И они помогли. Вот. Да, вот лидирующий блок 70-го номера. И сейчас вот прекрасный блок был принимающего. Практически на грани фола. Он его бил в бок, чуть ли не в спину. Второй два. Ну, сейчас мы первый даун увидим, судя по всему. Ну, смещение пошло у 4-го номера. Этот второй тайдент. И да, сделали они. Скорее всего, прошли. Была просто комбинация дайв, в которой единственный раннинбэк номер 28 был отправлен в центр поля, где его специально нужно для того, чтобы заработать вот эту вот первую попытку. То есть не стали они хитрить, не стали делать какие-то сложные комбинации, чтобы продвинуться там на 5 или больше ярдов. Им нужно было получить просто 1.10. Что они и сделали. Так, два тайденда на поле. И не добрасывает, потому что был под давлением уже практически квотербек. И, соответственно, выбросив очень быстро мяч, Ланбекер, 4-й номер, зашел. Вот его подбили, но он все-таки дотянулся, Смит. Да. Смит дотянулся, и вот из этого, видимо, мяч и не долетел до принимающего. Александр, ну вот Брэд Билема, Рич Родригес, соответственно, наставники Висконсина и Мичигана, они заметные фигуры вообще? Ну, скажем, что у Висконсина тренер, это его, будем говорить так, первая команда. И с ней он... Он не первый сезон, по-моему. Он, по-моему, даже он признавался четвертый сезон, по-моему, лучшим с ними. Тренером Биг Тен. Он четвертый сезон с ними. И он, конечно же, с ним эта команда добилась очень больших результатов. И, соответственно, как бы он до Висконсина не имел, будем говорить так, опыта в колледжном, в студенческом футболе. В то время как Родригес уже до этого имел опыт работы со студенческими командами. Ну, скажем, не скажу, что этот сезон для него неудачный, потому что все-таки много новичков. Мичиган, видимо, как сказать, потерял очень много игроков, которые вышли из университета или были задрафтованы в прошлом году. И он сейчас как бы заново создает команду. И поэтому вот их результат 5-5 это еще не самый слабый из результатов. Который мог бы быть. Который мог бы быть, да, с такой вот командой. О! И есть первый даун? Нет, вышел в аут. Там их еще наказали, по-моему, да? Нет, вроде флага до, не было. До этого. Такой был волейбольный приемчик. Вот он подбил мяч и уже в аут выпрыгнул вместе с ним. Вот он. Да-да. Но игрок не может контролировать как бы в такой момент себя, чтобы видеть, что находится он в поле или нет. Для него задача главное поймать мяч. Если попал в поле, то уже, конечно же, хорошо. 3-19. Сложная ситуация довольно-таки. Да, из шотгана играют. Висконсин. Скрин-пас. Но... Прочитали его, прочитали защиты Мичигана. И пант сейчас мы увидим. Ну, давайте тогда про Рича Родригеса, да?
Давайте. Продолжим, коль уж начали. Ну, то, что это один из немногих латиноамериканцев, да, тренеров, это понятно. Их вообще очень мало, по-моему. Ну, знаете, иметь фамилию Родригес в Америке, это, как бы сказать, не то, что у нас тоже, как бы, и это все равно, что Иванов, потому что латиноамериканское общество настолько уже слилось воедино с всем этим американским или афроамериканским обществом, что... В Америке это одно, а в NCAA в футболе? Ну, в NCAA в футболе я бы, ну, не сказал бы, я что... Я не говорю о дискриминации, я говорю, что вообще мало, наверное. С такими фамилиями? Тренеров. Ну, скорее всего, не скажу, что я как бы очень много знаю латиноамериканских тренеров, но фамилию Родригес, конечно же, я слышу первый раз. В основном Родригесы там бегают. Я имею в виду игроков. Вот посчитали, что подсекали два игрока. Нарушение, да, был набег на пантера уже после того, как мяч вышел. Причем это чревато травмой. Да, это вот если в таких случаях выбивающий мяч пантер, он уже находится в более расслабленном состоянии и уже не может себя контролировать. И, соответственно, да, его можно очень хорошо поломать. Вот, получил 1.10 Висконсин за это нарушение. То есть вернули им мяч, и начали уже, я так понял, с 30 ярдов у Мичигана. На половине поля Мичигана. Вот нам показывают игру Джона Клея. Впечатляет. Против Мичиган Стейт, видимо, прошлое воскресенье, прошлая суббота. А нет, это сентябрь 26 числа. Но все равно этот сезон. Да, этот же сезон. То есть начало, видимо, это как бы первая игра сезона была. Вот его показатели. 100 ярдов за сезон. То есть 1000 ярдов за сезон он уже пробежал. Или это... Нет, скорее всего, это были его общие показатели. Так как в этом сезоне он всего лишь 6 раз пробежал по 100 ярдов. 100 и больше ярдов. Первые 10. Возвращаясь к Родригесу, наверное, все-таки это большой риск, как мы уже до эфира, да, говорили, доверить место в старте Тейту Форсьеру, новичку на позиции квотербека. Ну, видимо, он как тренер увидел в нем потенциал, который нельзя оставлять только на тренировочные дни, а нужно именно пробовать уже в игре. Потому что Форсьер после школы, сразу же попав в такую дивизион, как Биг Тен, и показывает результат, несмотря на то, что он, конечно же, допускает свои ошибки, свойственные немножко, может быть, школьникам, но... Простительно. Да, ему это пока простительно, потому что ясно, что команда только строится. Команда строится для того, чтобы в следующем году попытаться отнять у Айовы или у Огайо Стейт титул чемпиона Биг Тен и попасть в какой-нибудь из кубковых, да. Ну, а у нас первый гол, интересная ситуация, правда, вот, с первой попытки не воспользовался этим Висконсин. Но они сделали бег в центр, опять же запустили туда Клея. И мичиганская защита была готова к этому. Грег Робинсон, координатор, показывает знаками в защите, что нужно делать. У каждого, как говорится, у каждой системы защиты своя, как бы у каждого университета разработана своя. Вот пас и тачдаун. И, пожалуйста, тачдаун Ника Туна. Жестко его потом встретили. Хороший пас, ярдов на 10-9, да? Где-то так, да. Фактически считается, как бы, пас не там, где он поймал по ярдажу. Вот они начали, откуда мяч дернулся, с 8 ярдов. Вот и будут считать, как бы, до линии, зачетной линии. То вот до этого и будет. То есть ему засчитают именно 8, так и есть, 8 ярдов тачдаун пас. Да, 13-10, впереди Висконсин. И 14-10. Ну, а у нас небольшая рекламная пауза, после чего мы вновь вернемся на стадион в Мэдисоне. When a lineup without equal.
play a game without compromise. You know you're contesting a league without pity. EuroLeague Women, every Wednesday, live on Eurosport 2. Next week, live on Eurosport 2. Revive the summer vibe and check out beach soccer's finest as they do the business in Dubai. No tears, no pity. You don't make friends in EuroLeague, you're out to reach the top. Six continents, six champions, one cup. Get ready for more seismic action in the big one. Beach Soccer World Cup, European Basketball and Volleyball Grand Champions Cup. Next week, live on Eurosport 2. Of the year is on. Six champions collide in Japan in the clash of continents. Volleyball Grand Champions Cup action from the final day tomorrow, live and exclusive on Eurosport 2. Стадион Кэмп Рэндалл, продолжается матч Висконсина против Мичигана. Вот на ваших экранах команда Висконсина, пока что они выигрывают, но игра обещает быть очень интересной. Да, счет 10-14, 4 минуты до конца первой половины или второй четверти. Вот опять пас, не дошел до адресата. Да, как говорят комментаторы США, что слишком далеко, слишком, как говорится, не в руки шел мяч. То есть это вина квотербека. Квотербека, да, конечно. Потому что он должен чувствовать и дистанцию, и все остальное. О. Да, здесь было видно. Руки, наверное, игроку защиты. Да, если бы игрок защиты был бы, может быть, пошустрее, возможно, это был бы перехват. 2.10. Близнецы слева. Мяч в воздухе. Да. Да. Ударился, видимо, в чей-то шлем и взлетел мяч. Уильяма Кэмпбелла поздравляют сейчас. Сейчас еще раз посмотрим. А, он руками заблокировал мяч. Вон судья показывает, что от руки отлетел мяч. 3.10, 100% будет пас. Вот говорят, что Кэмпбелл самый большой парень в линии защиты. Шотган. Четыре принимающих. Фамбл. Мяч подобран. И будет тачдаун. Тачдаун. Вот это развитие. Вот это развитие атаки Висконсина. Да. Не сработал пакет у Висконсина. И практически замахиваясь, уже мяч был открыт. И его подбили. Сейчас посмотрим, как это было на самом деле. Вот, 55-й номер. Злой Рок, который постоянно атакует. Райан Ван Берген занес. Голландцы? Да. Голландцы тоже играют в футбол. Наверное, уже сам об этом забыл, что он голландец. Наверное. Ну что ж, отлично все пока для Мичигана. 17-14, но зыбкое, надо сказать, преимущество. Счастливое лицо Ван Бергена, занесшего мяч. Прекрасный начальный удар. Мяч был пойман в конечной зоне. Неплохой. Да. На 26 где-то ярдов. Показывают весь стадион, весь в красном. Цвета Висконсина. Ну, судя по постройке, вот... Очень древний. Видим, да, старый стадион. Старый стадион с историей.
Хотя тут есть уже и современные сооружения. Но они, и эти сооружения, они как бы интегрируются со временем. Например, стадион Нотр-Дама очень долго не хотели реконструировать. И только потом, учитывая, что слишком много желающих, увеличили его вместимость с 80 до 92 тысяч, настроив новые трибуны выше. Вот по поводу этого стадиона Кэмп Рэндалл, здесь, кстати, в 93 году произошла трагедия, когда как раз-таки Висконсин играл с Мичиганом, выиграл 13-10, студенты начали праздновать, там давка возникла, и более 70 человек пострадало, 6 были в тяжелейшем состоянии, и вот как раз-таки футболисты Висконсина помогали тогда и выносить вот раненых. Ну, это, в принципе, свойственно, будем говорить так, в некоторой степени не просто футболистам, вообще американцам, что у них вот эта вот взаимопомощь всегда присутствует, невзирая на то, что, скажем, им просто ни до кого нет дела. Но когда что-то касается беды или горя, они всегда общая участвуют. Трагедия, да, общая трагедия, они всегда как один. Вот нам показывают... Биг Тен комментаторшу с поля, с мячом. К сожалению, мы не слышали, о чем она нам рассказывала и про этот мяч. Прекрасный пас. Нет, не убегает, естественно. Не смог уйти, но ушел далеко Тун. Ну, один тачдаун у него сегодня уже был. Как мы помним. Вот. Нашел его в центре поля. Пытался оттолкнуть он сейчас, но не освободился. Естественно, вот Джордана Ковачса, по-моему, вот такая вот фамилия. Толзен отправил фулбека в моушен. Сделал вид на плей-экшен. И опять тайдент. Опять наш тайдент Гаррет Грэхэм. Вообще весело играют сегодня команды. Вам нравится матч, Александр? Да, интересно. Конечно же, по интенсивности очень интересный матч. По значимости я бы, конечно, отдал предпочтение Огайо Стейт Айова. Так как кто из них сегодня победит, тот и выйдет в один из кубков. Возможно, это будет или Cotton Bowl, или Rose Bowl. Но они еще даже не начали играть. Да, поэтому их оставили на закуску. И вот беговая комбинация вправо. Нет, в ярде остановили Клея. Очень много работают выносом Висконсин. И очень часто используют лидирующий блок от гардов. Гардов, фулбека, тайдента. Это значит, что у них очень, как говорится, быстрые гарды. Потому что для выноса эти ребята должны бегать очень-очень быстро. Им нужно будет обогнуть практически всю свою линию в противоположную сторону для того, чтобы успеть встретить первого игрока защиты на той стороне. Вот опять мы видим 74 номер и прыжок. Тачдаун. Клей заносит мяч. Попытался перепрыгнуть он стену из игроков Мичигана, но по правилам считается, что любая часть мяча, которая находилась на линии зачетной зоны, уже считается тачдауном. Вот сейчас посмотрим. Вот он прыгнул. Мяч, да, есть. Судья боковой засчитал. Можно, конечно же, отправить это на ревью, то есть посмотреть, было ли это или нет. Но я не будет этого делать. Дело в том, что команды не могут. Спорные моменты выясняет все-таки главный судья. В отличие от того, как в НФЛ судья бросает красный флажок и уже рассматривает по его просьбе. В колледжах такого нет. Вот, мы смотрим, есть официально судьи, да, судьи смотрят. Для того, чтобы потом не было к ним претензий. Потому что каждая судейская бригада, вот она отвечает за свое. То есть вот в Биг Тен у них своя судейская бригада. И для того, чтобы потом не было нареканий со стороны, они должны все-таки грамотно исполнять свои действия. Ну, здесь досталось, конечно. Да, Клей попытался взлететь, но вот его перехватили. Да. И уложили на спину. Ну, ждем решения арбитра. Мне показалось, что все-таки рука с мячом была над линией. Но
Вот он совещается, главный судья совещается с, будем говорить так, со вспомогательной судейской бригадой, находящейся в комнате, где у них все виды камер, и показывают в замедленном фрагменте вот с разных позиций, что произошло в этот момент, и этот игровой момент, после чего уже они выносят свое решение, которое главный судья озвучивает. Ну, грубо говоря, видео-рефери выносит решение. Да-да-да, видео-рефери выносит решение. Да, конечно же. Тяжело. Тяжело было перелететь их. И тяжелый момент, по-моему, для решения. Судья оставляет решение. Да, тачдаун. Висконсина хороший драйв. Идут они практически ноздря в ноздрю. Если так можно применить этот термин. То есть каждая команда практически во владение свое, они обмениваются по тачдауну. Смотрим исполнение. Да, ну экстрапоинт. Точен, Филипп, да. Уэлш, 21-17. И у нас небольшая рекламная пауза. The brilliant teenager who first signed for Porto, who won the Copa America with Brazil and the Champions League with Manchester United. And it all began just 4 years ago at the World Under-17s when he was voted best player. So who's next? The Under-17 World Cup from October the 24th to November the 15th, live on Eurosport and Eurosport 2. The biggest volleyball bash of the year is on. Poland's men block and spike for Europe in the clash of continents. Volleyball Grand Champions Cup. Cuba-Brazil Wednesday. Poland-Cuba Thursday. Live on Eurosport 2. Итак, третья четверть. Первые 10 мы сейчас видим. Вторая половина матча началась. Владеют мячом Висконсин. Попытались сделать фамбл, потеря контроля над мячом. И Грэхэм забрал его. Нервничает Родригес. Как можно было упустить такую возможность, когда мяч свободный, и не накрыть его? Вот 55-й номер не смог поймать игрока нападения Висконсина, который, выронив мяч, вот уже мяч свободный, и первым все-таки успевает Грэхэм. Да. Первым успевает игрок Висконсина, что и привело буквально в бешенство Родригеса. Да, Родригес кричит нет, 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 потому что он не может в это поверить. Клей влево, бег. Хороший бег. Да, не стал рисковать, просто обманув, сделав сайдстеп, ушел в аут. Ну, первые 10, все правильно. Да, принес команде первые 10, еще после этого прошел еще 10 ярдов где-то. Хорошо сработала линия. Блокировщики прекрасно, говорится, задвинули всех, открыв дорогу Клею. Вот, за сегодня у него уже 13 пробежек, 63 ярда в общем и один тачдаун. Вот опять бег, опять запускает в короткую сторону. Очень хорошо используют и фулбеков, и гардов, и тайдентов на вынос. На лидирующие блоки. Ну вот Висконсин в этом году, я смотрю, только один раз потерпел поражение. Конференции. Да, вот здесь, в Мадисоне, да. Да. На своем поле остальные матчи он все выиграл. Так что, если сегодня Мичиган выиграет, то может второй. У них показатель 4-2 сейчас по Биг Тену. У них 4 победы, 2 поражения. Пас. И нет, от земли. От земли считает судья. Общее у них 7-2. В конференции 4-2 у них по выигрышам-проигрышам. Ну, 7-2 это уже то, что и им, как говорится, в посеве оставляет 20-е место. Уже хорошо. Все будет зависеть от того, как они сыграют эту игру. И все зависит от следующей игры. Потому что на следующей неделе все игры в Big Ten заканчивается. Но у Висконсина остается еще игра в Гавайях в декабре. Прекрасный пас
Толдин был под, буквально его уже накрыли. Когда отдавал мяч, уже по нему, по-моему, на нем кто-то был. Сейчас мы увидим в повторе. Вот бросок, да. Получилось, как подзатыльник ему кто-то дал. И Тун. Тун поймал. Вот. Три раза поймал Тун. 65 ярдов, один тачдаун. Перевел тайдента сначала на правую сторону, потом принимающего. И отправил раннинбека, 28 номер. Флаг. Сейчас посмотрим, что скажут судьи. Может быть холдинг был. То есть задержка игрока без мяча, за майку или еще что-то. То есть... Сейчас мы увидим. Да. Вот он, холдинг. То есть обнял игрока, что не рекомендовано делать. Линейным нападением, которые должны все-таки отталкивать руками, а не обниматься. 68 номер. Вот идет общая статистика по штрафам. 2 штрафа на 30 ярдов у Мичигана и 3 штрафа на 20 ярдов у Висконсина. Приблизительное равенство. Да. Нервничает Родригес. Так, shift. Shift поменял построение. Отправил в motion Туна. Изображает play action. Пас. И как раз на Туна, да, да, и как раз на Туна на линии 30 ярдов. Очень активен у нас сегодня этот вайд-ресивер Ник Тун. Перевели его направо, и он все равно ушел влево, где освободили ему поле. И попал в руки Фрисафити. То есть дальнего защитника. Второй два и пас. Пожалуйста. И кто же это? Ну... Отлично. Это Айсак Эндерсон. Эндерсон. Шестой номер. Вот тут промелькнул и Тун посередине, но... Поймал Андерсон. Да, прекрасный пас, прекрасная ловля, потому что, опять же, бросать на ходу неудобно, но одновременно это дестабилизирует защиту. Тайм-аут. Тайм-аут взял Висконсин. Они находятся в красной зоне, в 20 ярдах от зачетки. Это первый тайм-аут их за вторую половину. Показывают нам координатора нападения Висконсина. И также тренера квотербеков Пол Крист. Задумчив, угрюм. Нет, он просто просматривает, видимо, построение защиты Мичигана и думает, что сейчас в этот момент лучше предпринять. Потому что находятся они в 16, в 15 ярдах от зачетки, от зачетного поля противника. И нужно продвигаться к нему. Но неудачно. Остановились на том же самом месте. Клей не пробежал. Тут можно и использовать и пассовую комбинацию, и беговую. Не решили использовать бег, то, что у них лучше выходит по статистике первой половины. Хотя, исходя из ситуации... Хотя, исходя из ситуации, легче, конечно, лучше было бы бросить, учитывая, что Толзин все-таки... У него два прекрасных принимающих, Андерсон и Тун. Также есть еще и Грэхэм, тайдент. Вот Тун уходит налево в моушене. Так и будет. Роллаут. Убегает квотербек. Бросок. О. Нет. Там все было перекрыто защитниками заднего, да, там поля. В красной форме никого. Никого не было, да.
по идее, кто-то должен, видимо, был находиться. Да, скорее всего, он кого-то, кто-то там должен был выходить по позиции в зону, но их там не было. Видимо, они индивидуально решили освободиться от опеки, не от сезоновой защиты, а от персональной опеки. Но не получилось. Вот показываю статистику. Два раза были в красной зоне игроки нападения Висконсина, и два раза это все заканчивалось тачдаунами. Пас на флажок и тачдаун! Вот это да! Вот это прекрасная ловля. Толзин раскидался сегодня. Но флаг на поле. Сейчас посмотрим, что это. Флаг могли дать и Туну за вмешательство в прием паса со стороны нападения, если мяч мог поймать игрок защиты. Смотрим. Шотган. Да, все по правилам сделал Тун. Находился в зоне, при том чуть ли не по НФЛовским правилам. Не одной ногой, а именно двумя старался он там остаться. Но вот кому дали флаг? Если флаг дали игроку защиты Мичигана, то... Да, видимо, посчитали, что это было вмешательство в пас со стороны защитников Мичигана, но отменили в связи с тем, что тачдаун был реальный. Итак, 28-17, впереди Висконсин. To remember in November. After the qualifiers, the Eurocup starts proper this month. Cutthroat, competitive and keenly fought. Winning demands no small amount of skill and steel. Where do champions get their kicks? No need to ask for the best in handball. They get them big time in their very own made-to-measure league. Beach soccer's going places fast. Now the World Cup set for Dubai, where 16 nations hit the sand for a scorching set of all-action confrontations. Zip up. The mercury is falling, but it takes more than a chill to keep surfers off the waves. Fact is, they can't wait to make an impression in the ice-cool cold water series. Down at the Coliseum, the gladiators of FMX have fire in their guts and wind in their sails. And what goes up is pure adrenaline. This and more, November on Eurosport 2, new generation sports channel. Игорь Катманов, Александр Малышев вновь приглашают вас на стадион Кэмп Рэндалл в штате Висконсин, где хозяева поля Висконсин выигрывают у Мичигана 28-17. Прекрасный вынос после начального удара со стороны Мичигана. Американские комментаторы говорят, что это был слишком короткий удар, поэтому Стоуну удалось пронести 33 ярда. Опять видим Форсьера. Как говорится, открытие Биг Тен. Новичок, который может претендовать на звание лучшего квотербека, но одного из лучших квотербеков в следующем году, потому что он прошел огонь, воду и медные трубы в команде Мичигана в этом сезоне. 5 побед на счету новичка — это уже не так уж плохо. То есть в следующем году заматереет, станет опытнее. Да. Точно так же, как это, например, было с квотербеком Нотр-Дама, который короткий пас вправо не ушел Смит. В прошлом году квотербек Нотр-Дама был примерно такой же, как и Форсьер, но в этом году он уже претендент на Хайзман Трофи. И будем так сказать, скажем так, что Форсьер отнял у Нотр-Дама победу в этом году. В финальным броском Форсьера
по-моему, за минуту до конца игры, где Мичиган выиграл 34-31 или 32, или 34-32, я точно не помню. Ну вот Виталий Дубинин считает, что так можно долго не пробегать. Форсьеру. Ну, во-первых, будем смотреть на то, что Форсьер новичок. Он играет в студенческий футбол. И возможно, что через, будем говорить, постсезонье он наберет еще лучшую форму. И, возможно, Родригес поменяет систему нападения, где, скажем, будет больше отдавать преимущество беговым комбинациям или пасовым со стороны Форсьера, но беговым со стороны его раннинбеков. Тут он его использует, в частности, его беговые данные, его беговые качества. И поэтому вот эта вот система Option Spread, он где, так, видим, холдинг со стороны нападения. Отменяет Висконсин, отменяет. Нелегальный блок. Вот, и ничего практически не прошли Мичиган. Вот, и я так думаю, что ему дали бегать сейчас, потому что он этому еще соответствует. Если он станет после окончания сезона, после тренировочных лагерей, все остальное, больше пасовым квотербеком, чем бегущим, то тогда, конечно же, поменяется сама система нападения у Мичигана. Пас, ну, в центр. Пожалуйста. Как кошка просто метнулся до этого мяча. 21 номер. Черная пантера. Хемингуэй. Да, хорошая Хемингуэй фамилия. Да. Ну, старик и море он не напишет, а в НФЛ, может быть, заиграет в свое время. Но опять же, нужно будет смотреть, как он, его показатели. На протяжении всего сезона. На протяжении сезона, всего, понятно, сезона, да. Опять Смит. Запустили его внутрь. Второго номера поймал, второй номер Валай. Тут в студенческом футболе нет такого, когда вот персонально кто-то против кого-то играет. То есть, например, как в НФЛ, скажем, за игроком нападения одним следит другой. И все смотрят противостояние этих двух игроков. Здесь смотрят именно на то, как работает система нападения против системы защиты. То есть каждый из игроков здесь свой винтик, и он, это общий показатель. То есть здесь такое понятие, наверное, как звезда фактически отсутствует в колледже. Ну, звездами здесь только начинают быть. То есть пройдя NCAA, студенческий футбол, об игроке уже можно будет говорить, что он там был звездой. Но это уже смотрят после того, как он окончит свою карьеру, или первый год, или второй, потому что в основном вот прекрасный пас был. Форсьера, да. Тачдаун. Ну что ж, поздравляю Мичиган. 12 номер. Раунд 3. Рой раунд 3 занес этот тачдаун. И Джейсон Олесноведж. Посмотрим. Выполняет экстрапоинт. Экстрапоинт. Есть. Да. Экстрапоинт. 25-28. Очень интересный матч у нас. 24-28. Да. Правильно. Вот плохо сработали дебеки. Сыграли персонально. И вот получается, корнербэк отвлекся на своего игрока. И 10 номер должен был переключиться именно на раунд 3. А он пошел за своим дебеком, за своим ресивером. Ну, попросту, да, не успел уже Кёрт Филлипс. Нужно было прочитать эту ситуацию, да. Начальный удар Мичигана. Видим поклонников мичиганской команды с кусками сыра на голове, покрашенного в цвета университетской команды. А что это означает? Это какой-то талисман Мичигана? В основном сыр на голове — это был талисман Green Bay Packers, профессиональной команды из НФЛ.
Вот мы видим возврат мяча. Хороший прекрасно, возврат. Прекрасно, да. И фанаты Green Bay Packers приходили как бы с имитацией сыра, кусками сыра на голове, потому что в свое время был выход в аут, скорее всего. В свое время спонсорами этой команды, как были владельцами этой команды, была фабрика по производству сыра. И это, как это, традиции. Они все это очень чтят. И не знаю, может быть, здесь тоже что-то с сыром было связано. Кстати, по поводу традиций, вот есть какие-то традиции, приметы, вот в Огайо были, какие там были традиции? Ну, самая, как говорится, главная традиция у нас у всех были каштаны. Известно, что Огайо Стейт прекрасно сработало нападение Висконсина. Огайо Стейт, их имя Бакайс, что в переводе обозначает как бы глаз оленя. А глаз оленя — это каштан. И вот у нас у каждого флаг на поле холдинг, нападение. У нас у каждого на полке всегда был этот, вот эти вот каштаны. И они хранились и в бутсах, и валялись на полках. Это были как сувениры, как талисманы. А каждый раз перед игрой мы всегда ездили в гольф-клуб. Посмотрим, где был холдинг. Ну да, я тоже бы сомневался, как и американские комментаторы, был ли это холдинг. Вот, перед игрой мы ездили в гольф-клуб, где у нас был ужин, после чего мы ехали в кинотеатр, смотрели фильмы, то есть любое кино, и после чего нас отправляли в гостиницу, где тренера проверяли, чтобы мы были все в номерах, после чего нас автобусами оттуда забирали на стадион. Мы приезжали за 4 часа до игры. Прекрасно, прекрасно. Это Клей. Хороший вынос Клея. Ярдов 20 пробежал. Очень мощный раннинбэк. Хорошо ему раздвинули дорогу линейные нападения. Да, Джон Клей новичок. Он софтмор, второй год. Ну, вот уже 15 пробежек у него, один тачдаун. Может быть, он еще раз отметится в зачетной зоне Мичигана. Опять запускают Клея. И он находит он лазейки в обороне Мичигана. Ну, на этот раз, конечно, не столь продуктивно, но все-таки продвижение, ярдов 5 да. Он прошел, да, конечно же. Ярдов 5 он протащил, даже 6. Второй 4. Даже 6 ярдов он протащил. Очень близки к первому дауну. Нам показывают бывших звезд Висконсина. Рон Дейн в 99-м году на Роуз-Боуле. Он пробежал 246 ярдов и занес тачдаун. Внушительный показатель. Но вот Клей по мощности соответствует как бы игрокам, которые будут востребованы в НФЛ после окончания, как говорится, своей студенческой карьеры. Ищет, нашел принимающего Толзен. Вот не любит он, я посмотрел, не любит он стоять в пакете, больше любит из него выбегать, то есть делать рулауты. Это тогда ему и легче и в движении искать принимающих. Принимающим легче ходить, говорится, идти параллельно ему, чтобы быть открытыми, что очень сложно для защиты, постоянно держать своих игроков или зону. Потому что принимающие постоянно перемещаются. И могут останавливаться и менять направление. Это как-то зависит от физических параметров квотербека или это какие-то индивидуальные просто особенности, взгляды на игру? Ну, скажем, это не обязательно индивидуальные параметры квотербека. Любой квотербек, конечно, я не говорю про НФЛ, я говорю про студенческую команду, он должен и бегать сам, и бросать из пакета, и выбегать из пакета, делать рулауты, и, в общем, как говорится, постоянно держать в напряжении защиту противника своими действиями, чтобы они не смогли, как говорится, адекватно отреагировать на все его движения, на все его действия. Ну, ваш квотербек в черном шторме держит напряжение? Да. Бывает. Это Александр Нартов по кличке Москва. Очень в прошлом известный квотербек, играл на Украине.
Вот, и он играл в Украине, на украинской футбольной лиге, там футбол, становился неоднократным серебряным призером Украины, даже один раз выигрывали они чемпионат Украины. И вот Александр Нартов, как бы вот он что-то с Толзином одно и то, только он у нас леворукий. Он очень любит тоже выходить из пакета, роллаут, то есть заставлять защиту держаться в напряжении. И тоже любит сам бегать, что, как говорится, то, что не любит Виталий Дубинин, что квотербеки бегали. Он привык, чтобы Том Брейди постоянно в пакете и не бегает никуда. А квотербек должен бегать, потому что он же игрок нападения. Пас поймали, опять Грэхэм. Сейчас, по-моему, из довольно тяжелой ситуации. Да, уже набегали ланбекера на Толзиена, и Грэхэм стоял посредине фактически защиты дефенсив-бэков Мичигана. Да, последний вот, момент. В движении, да. Шесть человек, или сколько, шесть или пять было практически в одном месте. Считаем, раз, два, трое сразу, четвертый прибежал позже, и пятый уже на подхвате. Пять человек было на Грэхэме. Так, крыло. Крыло влево. Не получилось. Было Wing Eye Formation. То есть стоял тайдент на шаг. Один тайдент стоял именно на линии нападения с левой стороны, а другой на шаг. И сразу было понятно, что вынос будет, скорее всего, в ту сторону. Они усилили короткую сторону, собираясь по ауту выйти к зачетной зоне. О, Джон Клей. Единственный игрок в Биг Тен, который набрал больше 100 ярдов за игру, как говорится, с лучшим показателем. Ищет ЛЗН, ищет. И тачдаун. Да, это тачдаун. Вот так все просто оказалось для Висконсина. Второй тайдент Лэнс Кендрикс отличился на этот раз. Вот он, ранился. Было видно, да-да-да, уже вылетая в аут, он переложил мяч и провел его над пайлоном, это за пайлоном. Это сложный технический прием. Ну, они должны, как сказать, каждый игрок, практически играющий в футбол, должен уметь концентрировать свое тело. И все они, конечно же, знают, как играть, что делать. Тренера недаром их гоняют на... И по легкой атлетике, и по всяким упражнениям на подвижность. Начальный удар Висконсина. Прекрасно бьет кикер. Да, не поняли друг друга блокировщик и несущий мяч. И оба воткнулись в одного и того же игрока. Ну, пока ничего не потеряно для Мичигана. Разница не убойная, так скажем. Да, разница, преимущество практически в один тачдаун, плюс еще реализация. Даже можно сказать тачдаун и филдгол. То есть это не счет еще, учитывая, что 32-я минута, до конца третьей четверти всего 2 минуты. Еще есть четвертая четверть. И учитывая, как играет сейчас Мичиган, можно сказать, что они могут и выправить ситуацию. Шотган с двумя раннинбеками. Форсер на пасе. Длинный пас. Очень длинный пас. Да. Около 45 ярдов бросил мяч Форсер. Но... Если бы получилось, было перебросил бы красиво. Показывают дублеры Форсиера. Показывают ему, что он должен сейчас играть. Потому что каждый жест рукой обозначает и построение, и номер комбинации. Так, Форсиер из шотгана. Три принимающих с левой стороны. Ищет Форсьер. Прошел сам. Да, конечно же. Ну, здесь не лучшим образом. Не, да. Была открытая сторона, но Фри Сафити прочитал его и тут же вышел, прикрыв эту территорию, прикрыв эту зону. Третье 9. Не самое лучшее положение сейчас у нападения Мичигана. Нам показывают Форсьера. Так, это был жест Родригес. Да, Родригес показал, что нужно играть. Опять шотган. Три принимающих.
флаг на поле. И Форсиер бежит, да. Прекрасно, но флаг. Флаг. Кому флаг? Вот сейчас узнаем, кому флаг. Было бы обидно, чтобы флаг сейчас дали Мичигану, потому что Форсиер так старался, но судя по тому, как он головой качает, скорее всего, дали, да, именно Мичигану. Напрасны были труды Форсиера. Но очень хорошо он прошел. Вот смотрим, искал и пошел в открытую сторону влево. Кто-то из линейных, видимо. Чак Блок был. То есть это когда прыгают в ноги ниже колена со стороны, где человек не видит, что его могут блокировать. Это опасно. Опасно, да, и наказывается, по-моему, кажется, 15 ярдами. Я не могу точно сказать. Вот. Да, 15, да. Мяч на 8 ярдах на своей территории. Длиннейший пас. Ловля! Перехват. Нет, перехват. Прекрасный был пас со стороны Форсиера, но не тому. Бринкли. Бринкли перехватил этот мяч, испортив Форсиеру всю статистику. Да, прекрасный пас, длинный, больше 55 ярдов, но, к сожалению, не туда. Ну, кому здесь претензии к принимающему? Нет, скорее всего, такой длинный пас должен быть все-таки основан на индивидуальном показать, на индивидуальной качестве принимающего, а принимающий был прикрыт. То есть Форсиер уже, после того, как выбросил мяч, уже не контролировал ситуацию, соответственно... Мяч пришел в ту точку, где было два человека. И тот, кто был ближе к мячу, тот его и поймал. Опять запускают Клея. Видимо, просто тянут время до окончания третьей четверти. То есть специально запускают часы, чтобы использовать этот короткий перерыв в промежутке между третьей и четвертой четвертью, для того, чтобы команда отдохнула. Опять, наверное, отдадут Клею. Да, запустили Клея. Первый даун делает Клей. Нет, я думаю, он где-то пробежал, может быть, ярда 2. Тайм-аут, видимо, кто-то остановил время. Нет, опять пошло время. 1:10, да, 1:10. Ну что, заканчивается... Третья четверть, 35-24. Впереди команда Висконсина. И у нас тоже коммерческий тайм-аут. Air travelers and donations from 29 countries are making this possible. Thank you for helping Unitaid save lives. Test your football knowledge with our fantasy football game. Sign up for free and show off your managerial ability. Go to eurosport.yahoo.com. The quest for the ultimate prize. Is underway once more. Follow the struggle. Witness the heroics. With a match and a mag every Sunday night, Handball Champions League only on Eurosport 2.
Начало четвертой четверти матча Wisconsin Badgers против Michigan Wolverines. Пока хозяева выигрывают. И вот такая поддержка на стадионе в Мэдисоне. Очень активно болеют за своих. Да, студенты неистовствуют. Клей. Клей опять сделал прекрасный вынос ярдов на 15. В принципе, понятна реакция зрителей на успех команды Висконсина, так как прошлую встречу Висконсин проиграл Мичигану со счетом 27-25. И в прошлом году, вначале это был открытие, матч открытия сезона, и именно Биг Тен. И, соответственно, как говорится, очень не любят, наверное, фанаты Висконсина, Мичиган. Да у них вообще не выдающаяся статистика, мягко говоря, против Мичигана. Против Мичигана, да. Потому что Мичиган выиграл 49 матчей, проиграл 12 и один ничью. Это один ничью, да. Почти что 80% Мичигана побед. Да, эти команды играли с друг другом очень, как говорится, много раз, более 60, и Мичиган всегда выглядел фаворитом. И тем, как говорится, более... Цена победы. Цена победы Висконсина над Мичиганом. Если она будет еще. Ну да, мы еще, но смотрим, оп, это был квик-пич влево, прекрасный блок линии. Бол, да, молодец. Бол, взяв мяч, как говорится, пронес около 15-18 ярдов. Хорошо разобрался в ситуации, и лишь потом успели его захватить там за ноги. Это был обе Эзах. Отправил Тользиер. Опять попытались сделать вынос влево, но не получилось в короткую сторону. Бол был остановлен. Вот тут у нас сбоку какой из квотербеков имеет наилучший сезон? Опрос. Тейт Форсиер, Дейлер Кларк или Террелл Прайер? Я, конечно, скажу, что Террелл Прайер и отправил бы номер 3. Может быть, бы выиграл в поездку на Росбол или куда-нибудь еще. Потому что в этом году квотербек Огайо Стейт просто неистовствует. Это вы объективно или потому что болеете за Огайо? Ну, болею я и за Флориду, и за Огайо, и за Небраску, и за Нотр-Дам. Но Террелл Прайер, конечно же, в этом году лучший. Имеется в виду из Биг Тен. Больше всего, конечно же, мне нравится Тим Тибул. А вообще, если сравнивать команды конференции Биг Тен с другими? Ну, я бы сказал, что конференция SEC, в ней выдающихся команд всего несколько. Это только Флорида и Джорджия Тэч, например. И тот Джорджия Тэч относится к ACC. Это Atlantic Coast Conference. И SEC только Флорида является сильной. Вот прекрасный двойной вынос линейных. И не добежал чуть-чуть. Немного не хватило, да, сейчас. Буквально в ярде остановлен номер 30. Ну что ж, остается только пожалеть его. Да. Вот смотрим. Два гарда снялись и вышли, и открыли ему коридор, но... Опять же, 36-й номер, по-моему, да. 36-й номер Саффити Мичигана успел его остановить. Вот в этом году у Зэдж Брауна 3 тачдауна уже. Вынос на... Опять Мартин Болл. Не получилось. Да, где-то буквально в футе от линии зачетного поля остановлен Болл. Широко используют внешний вынос Висконсин в этой игре. Лидирующие блоки гардов, фулбека. Мичиган более-менее с этим справляется, но... Вот, квотербек сник.
Ну что, тачдаун, Толзьену. Сейчас посмотрим, засчитает ли Толзьену его рывок в зачетную зону противника. Вот он получил и... Да, пересек. Пересек, было видно шлем среди... Тел игроков, да. Тел игроков Мичигана, был виден шлем Толзиена. Есть это тачдаун, Толзиену его засчитали. 41-24, сейчас 42 будет. И ситуация потихоньку превращается в катастрофическую для Мичигана. Да, фактически уже четвертая четверть, 11 минут до окончания матча. Ну, посмотрим. Опять во владении Висконсин. И опять Скотт Толзьен. Вот у него на счету 4 тачдауна, 1 интерсепшн. Ладка и хороший вынос. Клей, да, сделал больше 12 ярдов. Бежал за спиной линейного, смотрел, что происходит впереди. То есть использовал как бы ситуацию, как она будет развиваться. Ждал развития и смог... Мог пронести мяч. Ну, а время-то идет. А время идет, да. То есть тренер Висконсина не собирается, как говорится, активировать ситуацию. Второе два, ну. И просто тянет время, владея мячом, не собираясь его отдавать. Чем дольше он продержит мяч, тем меньше шансов будет у Мичигана. Хотя я так посмотрю по счету, вернуть 3 тачдауна за 8 минут. Хотя бывали случаи, конечно же, что... Ну, не здесь, наверное. Наверное, не здесь. Все-таки форсер он новичок. И вытащить такую игру... Не думаю, что это возможно. Опять отдают мяч, побежал Болл. Первый 10. Ну, активно используют Болла вот сейчас. Ну да, видимо, они используют и Болла, и Клея для того, чтобы каждый из них отдыхал. Может быть, это и есть их оружие. Два бегущих, каждый отвечает по-своему за свои, как говорится, определенные игровые моменты. То есть, если нужно бегать силовой, как говорится, прорыв, то отправляют Клея. Если нужно использовать внешний, то уже отпускают Болла. Вот нам показали, что Northwestern, дикие кошки, выиграли последние 5 из 6 у Иллинойса. Ну, и скажем, что выиграли они уже, получается, 6 из 7. 21-16 Northwestern выиграл. Мичиган Стейт Пердью победил. 40-37 Индиана Пенн Стейт, 20-31 Индиана проиграла в гостях. И Миннесота Саут. Южную Дакоту. Южная Дакота Стейт. 16-13 в пользу. Ну и центральный матч, как уже сказал Александр, это Огайо Стейт Айова. Да, обе эти команды занимают верхние строчки конференции Биг Тен. И если победитель конференции практически выходит уже на один из кубков. Вот смотрим Мичиган против Вестерн Мичиган 31-7. Мичиган вот 38, Нотр-Дам 34, где Форсьер практически вытащил эту игру. Вот Мичиган выиграл против Индианы. Мичиган Стейт против Мичигана 26-20 в овертайме. Прекрасная была игра, но не повезло. Вот Айова в Мичиган 30-28. И вот против Делавэр Стейт. Вот будем говорить, Делавэр Стейт это все-таки вот команда Subdivision AA. То есть это не относится к рейтинговым командам. Тянут время игроки Висконсина, используя беговые комбинации. Вот, Penn State выиграл у Мичигана 35-10. Иллинойс выиграл. То есть команды Big Ten
как говорится, тут по-разному с ней справлялись. Практически одну игру выиграла команда Мичигана у своих команд из конференции. Все остальные игры она проиграла, к сожалению. Проигрывает и сегодня. Проигрывает, да, и сегодня. Нельзя отнести все эти проигрыши только за счет того, что Форсьер молодой квотербек. Или тому, что тренер выбрал неправильную позицию. Просто команда строится. Вот показывают сезон Висконсина. Его победы против Фреша Стейт. Против Вофорда. Уверенная победа. Да, да. Вот против Мичиган Стейт. Против Миннесоты. То есть это, как говорится, их конференция. Против Висконсин. Висконсин проиграл. Гайо Стейт. Да. Айове проиграл. Опять же, двум лидерам конференции. Клей. Клей. Но нет, один ярд, возможно, останется до ферстдауна. И вот против Пурду они сыграли вообще на ноль, Висконсин. И против Индианы с разницей была в 3 игра, очка, да. Да. Четвертый и один. Что выберет Висконсин? Будут ли они бежать или пробьют пант? Да, вот любопытная ситуация. В принципе, владея мячом, они не должны, как бы, невзирая ни на что, они не должны отдавать мяч и, скорее всего, постараются отыграть этот ярд. Да, так оно и будет. И вот отдали. И у кого запустили? Клея, то есть тяжелого игрока они специально пустили продавить. Первые 10. Да. В порядке. Продавить на защиту Мичигана. Ну что, риск себя оправдал, правда, риск, надо говорить, небольшой, да, честно? Ну, в принципе, даже если бы они потеряли бы мяч, у Мичигана было бы во владении 4 минуты на то, чтобы вернуть 3 тачдауна, это да. Было бы очень нелегко. Учитывая, как сейчас очень хорошо играет и защита, и нападение Висконсина, которым эта победа очень нужна, так же, как и две последующие. Для того, чтобы добраться до одного из кубков. Выбежал ваут уже Клей. Да, остановил время. Ну, сделал 1-10. О, Элли Гайбл. Второй 2, 42, 24. Ну, у нас последняя сейчас пауза будет, и потом мы вернемся уже. It's all lined up. Top European clubs ensure it's high level. Outstanding players make it a blast. The need to win guarantees. They'll give it all they've got. Eurocup from November the 23rd, live on Eurosport 2. Football knowledge with our fantasy football game. Sign up for free and show off your managerial ability. Go to eurosport.yahoo.com. Beach soccer's going places and scores a winner in Dubai. With the world champ title on the line, 16 nations lay on goals and skills in spades. Beach Soccer World Cup from Dubai, starting Monday, live on Eurosport 2.
Возвращаемся. Висконсин уверенно выигрывает пока у Мичигана. Вот увидели мы надпись «Ball Eligible». Как, Александр? Ну, это комментаторы, американские комментаторы, как говорят, возможность попадания в один из кубков Висконсина. Восьмая победа. Ну, я думаю, что, конечно же, первые топовые команды, топ-25, конечно же, Висконсин, оставаясь в этом, он, возможно, в одном из кубков будет участвовать. Но попадет ли он в один из первых четырех, это, конечно самый же... Самый престижный. Вот я говорил, что должны попасть в Rose Bowl выходцы Айова или Огайо